Друзья, продолжение темы здорового образа жизни. Два дня назад, 7 апреля, во всем мире отмечали День здоровья. Этот день празднуют не только медицинские работники, но и приверженцы здорового образа жизни, а также борцы с вредными привычками. Мы тоже решили напомнить украинцам о том, насколько важно следить за своим здоровьем. Удалось ли нам это? Давайте посмотрим. Это ваши легкие передавали вам привет. Вопрос с подвохом. Сколько раз нужно пережевывать пищу? Надо вспомнить Ильфа и Петрова, которые говорили, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Будете салатик? Нет, не хочу. Но ведь это же клетчаточка. Да, клетчаточка можно. Вот, вот. И меня покормите. О, в честь Дня здоровья. Просто хочу вас узнать, как вы боретесь, если вдруг какой-то вирус на вас нападает? Не знаю, никак. Ну как? Подождите, у меня есть витамины! Я хочу вам помочь! А что ты можешь такого сделать? Такого, знаешь, чтобы я зрозуміла, что, о, пацан здоровый. 2, 3, 4. Come on, guys! 1, 2, 3. Шаверма! Go! Знаете, что я хочу вас узнать? Ваш секрет здоровья. Надо любить жизнь, активно жить. Любить вас, молодых, любоваться вами. Всего вам самого доброго. Спасибо большое.